Willkommen auf unserem Kanal. Alle Serien und Filme sind in der Originalsprache, Russisch. Um Untertitel auf Deutsch zu aktivieren, folgen Sie bitte den folgenden Schritten. Klicken Sie unten rechts auf Einstellungen. Wählen Sie Untertitel aus. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Und natürlich vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Становится простым стеклом, казался смелым обычный трус, а рыбка яркая в душе медуза. Искажение любви, искажение, искажение судьбы. Бабулечка, давай помогу. Смотрю на тебя, мне зубы оскомина сводят. Кислющие сливы в этом году уродились. Ну что ты, бабулечка? Это же вкусная теща. Ничего не кисло. Ты физиономию Верку утром не видела. Вот это кислятина. Вот. Трое внуков у меня, а получается только ты одна, Олечка. Ну, бабулечка, не преувеличивай. Вера и Санёк, они хорошие. Да. Просто немного безалаберные. Безалаберные. Поросята они форменные. Правда, какие они поросята, они уже выросли. Ну, да бог с ними. Пусть живут, как хотят. Нифига себе. Вер! 95. Смотри, какая тачка. И номера вроде московские. Помочь, Мишке? Это же Артур Кислов. Сынок мэровский. Полный бак. Привет. 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 Ты что, меня не узнаешь? Терентьева. Да. Нет-нет, сдачи не нужно. А ты... Ты тут работаешь? Да, уже 2 года. А как ты? Отлично. Я тебя уже 100 лет не видела. Ты как в Москву уехал, совсем про своих школьных друзей забыл. Да чего ж забыл? Не забыл, звоню. Ну, наверное, уже заправились. Да? Меня родители просто ждут. Серебряная свадьба. Ага. Пока! 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 Походу, твоя школьная любовь ему по барабану была. Посмотрим. Да, Леонид Сергеевич, конечно. Конечно. Вот откуда наш мэра сделки пронюхал. Теперь ведь захочет свою долю прибыли от автосалона. Надо как-то Литвинова в сауну заманить. Наш мэр ведь только там важные вопросы привык решать, с девочками на десерт. Семен Борисович, а как же мы его в сауну заманим, если Литвинов встречается с голицынской дочкой? У них свадьба скоро. Ах, вот почему. Он так заинтересовался моей сделкой с Вадимом. В ближний круг Голицына прорваться хочет. Тесновато стало тебе, значит, в городе, Вадим Литвинов? Свободы не хватает, да? Развернуться негде? На самом деле, я этот Александровск перспективным направлением не считал. Угу. И там этот Семен Копытов, он сам на меня вышел. Ну, он там что-то вроде местного царька. У него своя сеть автозаправок и станция техобслуживания. Решил теперь в своем городе автосалон открыть. Ну, и хочет видеть меня в качестве своего бизнес-партнера. Может быть, ты его больше интересуешь, как мой будущий зять? Ну, очень толковый. Очень перспективный зять. Не
от скромности умрешь. Что ж ты делаешь, дрянь такая? Ты сейчас все это будешь языком вылизывать. Ксюша, уймись, пожалуйста. Уволи ее! А что, если нам сыграть на контрасте? В смысле? Если верить желтой прессе, дочка Голицынской, Ксения, та еще оторва, любит покуролезть. Так что, если мы Литвинову в сауну на десерт подсунем не записную шалаву, а неоперившуюся пташку, скромную, милую, невинную девушку? Мысль, конечно, хорошая, но фантастическая. Если бы я знал, где такие сауны бывают, я бы туда сам с удовольствием заглянул. Кто там? Войдите. Здравствуйте, Семен Борисович. Здравствуй. Чем обязан? Семен Борисович, я по делу, по личному. А какие у меня могут быть с тобой личные дела? Как? Ну, но ведь Верка, сеструха моя... Что Верка, сеструха? Сеструха. Ну-ка иди, потом договорим. Слушай, Семен Борисович. Проходи, садись. Издержки воспитания дочери олигарха. Что-то я все-таки в этом воспитании солидно пропустил. Да. Скажи мне честно, Вадим, ты хоть немножко любишь Ксению? Владимир Иванович, я вас очень уважаю, но к чему этот вопрос? Вы же сами предложили этот бизнес-проект. Столько раз мне говорили, что брак, основанный на любви, обречен. Когда ты встречаешься с этим... С Копытовым? Через 2 дня. В общем, во всем эти шестерки виноваты, понимаете? Если бы не эти шестерки, я бы в шоколаде был, ты понимаешь? Все эти чепухи, которую я сейчас услышал, я так понимаю, что тебе, Терентьев, нужны деньги. Ну да. Семен Борисович, подбросьте пару тыщенок, а? А ты и так уже мне должен пару десятков тыщенок. Так я отдам с процентами, как обещал. Стоп, Терентьев! Гони должок. Семен Борисович, мы же так не договаривались. А я вообще с тобой не договаривался. И сроку я тебе даю. 3 дня. А мне же сейчас нет. Где же я возьму? Это твои проблемы. Или через 3 дня ты мне приносишь деньги, или... Пожалуй, одной почкой мы не обойдемся. Придется еще пару здоровых органов поискать. Вы что, шутите? А я что, похож на клоуна? Семен Борисович, ну, ведь Верка мне обещал. Да что мне твоя Верка? Верка, у меня таких Верок! Хотя, у тебя ведь еще одна сестренка есть, да? Олька, а что? А Верка говорила, что она, ну, недотрога, правда? Что правда? Терентьев, ты что, тупой? Ну, спала она с кем-нибудь. Что? Какой спала? Она толком не целовалась ни с кем. Вот. Мать ее все время Верке в пример ставит, а Верку это бесит страх. Вот, Терентьев, если твоя Оля придет туда, куда я скажу, и развлечет моего гостя, ты понимаешь? Я тебе долг прощу. Ну, это невозможно. Тогда, Терентьев, я жду тебя через 3 дня. Семен Борисович, поймите, ведь Олька, она сама туда ни за что не придет, разве что я могу ее на машине привезти, там, на плиту ее чем-нибудь. Ты не тупой, Терентьев, ты идиот. Мне проблемы с законом не нужны. Мой партнер мужчина, цивилизованный. Или твоя Оля приходит и делает все как надо. Или деньги через 3 дня. Пошел вон, ты мне надоел, Терентьев.
про меня? Олечка Терентьева! Я тебя сейчас с удивительной девушкой познакомлю. Здравствуйте, знакомься. Это мой сын Артур. А я вас помню. Вы с моей сестрой Верой в одном классе учились. Вы еще песни Стинга под гитару пели. Да. А ты, Оля? Ты что, твоя Олька, что ли? Откуда ее мэрша знает? Короче, это притрушенная еще с детства с убогим возилась. Ну, поэтому пошла учиться на дефектолога. Короче, помню, батя орал, что это за профессия, лучше пойди по торговой части. А она нет ни в какую. Мэрша тут при чем? Зачем мэрша? Привезла какую-то делегацию к нам в интернат. А Олька там практику проходила. В общем, приехала телевидение, они там фотографировались вместе, как родные. Да ладно. Здравствуй, Вер. Виделись. Привет, Артурчик. Привет, девчонки. Слушай, мы до цирка собираемся пойти потусить. Пойдем с нами? Здрасте. Ой, нет, спасибо. Давай я там в другой раз. А, ну, тогда запиши мой новый номер. Мне сейчас не на что. Я на домашний позвоню. Пока. Не на что записать? А телефон на что? А это не твое дело. Вообще нечего смотреть на моего Артура. Он такой же твой, так и мой. Позвольте вам помочь донести этот груз до пункта назначения. Очень любезно с вашей стороны, но вы безнадежно опоздали. Как это опоздал? У вас что, муж и трое детей? Нет, просто я уже пришла. А, так, может, я... Здравствуйте. Какие тяжести тягаешь? Да через весь город, Оля. Ну, мне не тяжело. Да ну, ну мы же не голодаем здесь. Привет, пап. Привет. Ну как, бабушка? Хорошо. А тебе с твоим сердцем нужно есть побольше витаминов. Всякие фрукты нужны, овощи. Солнышко мое. А когда тебе в институт, Оль? А, да занятия с 1 октября начинаются, но мне еще нужно оформить отчет по практике, поэтому я бабульчике еще пару деньков помогу и поеду. Сливы! Немытые. Я надеюсь, на ночь не останешься? Ничего себе! Между прочим, комната это не только твоя, а Олина тоже. Ага! Мам, ну... И могли бы с Саней тоже поехать к бабушке помочь? А то он как варенье трескать, так каждый гораст, а помочь так нет. Ой, кто бы говорил? Сама типа ноги сбила, мотаясь к бабке. Вообще-то, с Нового года ты у нее не была. Ну, и ты у Ольки только узнаешь. Не представилась ли бабушка? Не освободилась ли жилплощадь? Ты что говоришь такое? Мам, ну успокойся, я шучу. О! Санька вернулся. Ну да. Сутки дома не был тоже. Вы бы заставили его прекратить по подпольным клубам шататься. Все-таки такие деньги просаживают, и добром это не кончится. Ладно. Слышь, принцесса, а ты кого учишь? Дебилов? Вот их и учи. Вон на нем, потренируйся. Привет, Саш. Видимо, наш Санек опять проиграл. Эй, а почему ты меня пораньше не разбудил? Я бы с тобой позавтракала. А, конечно, с тобой голодным останешься. И на работу опоздаешь. Ты когда вернешься, скажи? Через пару дней. Я буду ждать. Пока. Пока. Котлета съела? Оль, ты куда собралась? Ну-ка, присядь, хоть одну котлету съешь, давай. Вкусные получились. А, ты же с ума сошла? Она же у нас такая возвышенная, а ты ей котлеты предлагаешь, да еще и с макаронами. Принцессы такую гадость не едят. Да почему гадость? Слушайте, смотрите, какие цветы принесли. Это что такое?
самой очаровательной девушки нашего города. Артур. Ой, он меня не забыл, не забыл. Что за Артур? Кислов. Сын мэра? Да. Он меня до сих пор еще любит. Света, не тебе, Вер. А кому? Сказали Ольге Терентьевой. Что? Ой! Случайно детский сад такой. Мы с тобой договорились. Никаких массажистов, садовников, никаких этих особей с загорелыми торсами. Правда же? Я не понимаю, о чем ты говоришь, мамочка. Назад еще, одну секунду. Оля, здравствуйте. Это Артур Кислов. Не разбудил? Добрый вечер, не разбудили? Хотел узнать, как вам цветы. Я пока не знаю, какие вы любите. Артур, все это ни к чему, и я прошу вас больше мне не звонить. А что случилось? Я вас чем-то обидел? Можно я ничего не буду объяснять? Всего хорошего. Ужас, ужас! Что это за Оленька? Не Терентьева ли? Может быть. Очень хорошая девочка. Сынок, такая хорошая девочка, вот мне она очень нравится. Вот и мне, может быть, нравится. Может быть? Это он? Так неудобно получилось. Я вообще не хотела эти цветы забирать. Ну, конечно. Мама заставила. Ну, да. Выкидывать, говорит, жалко, а в Вере их лучше не видеть. Да, с Веркой лучше не связываться. Да я не давал ему никакого повода, честное слово. Конечно. Перестань. Добрый день, Владимир Игоревич. Здравствуй. Заходи, я слушаю тебя. Вы просили меня присмотреть за Ксенией. Так вот, ваша дочь встречается со своим тренером по фитнесу. Давно? Уже около месяца. А почему я только сейчас узнаю об этом? Хотел удостовериться, чтобы не беспокоить вас из-за ерунды. Иди. Слушаюсь. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия. Верунчик, подмени. Погоди ты, Ирка. Саша. Ирка, ну что твой хахаль взбеленился-то, а? Говорит, 3 дня или все, кишки на продажу. Дрефил? Ты поэтому всю ночь где-то бухал, да? А ты б не бухала? Я же говорю, 3 дня или все, на органы почикает. Слышь, Вер, а может это копыта того на понт берет, а? Да, вряд ли. Верунечка, а может ты это поговорила бы с ним, а? Ну ты же сама хвасталась, что копыта на тебе жениться обещал. Обещал. Слова ему не скажу. Семен меня предупредил. Проблемы родним, на него не вешать. Да и вообще, что ты истеришь? Он же тебе еще второй вариант предложил. Да какой это вариант? Хрень полная! Что наша Олька в сауну к мужикам сама? Не, Верка, все. Один вариант. Валить мне из города надо. Да не дрейфь ты раньше времени. Пойдет наша Олька в салон. Не просто пойдет, а побежит. Привет. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Честно? Слежу за вами.
Не нужно за мной следить. Да, я пошутил. Ну, в смысле, я не пошутил, я действительно следил, но, Оль, я не знаю, почему вы на меня сердитесь, но скажите, что не так, и я обязательно исправлюсь. Да все так, просто... Тогда скажите, когда мы встретимся. Дайте мне шанс. Маленький. Такой. Меньше. И что это будет? Это будет кино. А, нет, это будет театр. Театр, точно, к нам же приехали к нам, это же в Москве. Давайте так, куда вы хотите, туда и приглашаю. Хорошо. Замечательно. А куда, когда? Я не знаю. Вы простите, я забыла документы. Ничего, я вас тут подожду. А, не нужно, я позвоню. Ты давай не реви. Подгребай к старому причалу, я там буду, поняла? Все, не реви. Нет. Олечка, ты не похитили. Если ты не заплатишь... Твою дивизию. Где же мы такие бабки-то за два дня найдем, а? Ведь Верку Олька прикончит, если сейчас так потом в притоне каком-то. А этот, ну, Веркин ухажер. Семен? Какой-то что? Вера говорила, что он вами... Может, он поможет? Слушай, точно. Точно, когда я сам об этом не догадался. Значит так, Колька, я сейчас смотаюсь к Семену, переговорю с ним. А ты смотри, чтобы никому ни звука. Хорошо. Так, все, разбежались. Жди звонка. Малая, чего, она, что ли, ночует? С чего бы это? Чем тебе дочка помешала, а, Федь? Оля, между прочим, и так все лето у моей мамы прожила. Помогала ей. Вон консервацию сколько привезла, варенье всякого. Заботится о нас, между прочим. Завелась. Я по барабану. Да, Санечка. Уже выбегаю. Оль. Ты куда это на ночь влезешь? Я ненадолго. Оля! О, понеслась, да? Небось, этот Артурчик ее вызвонил. О, Райка, круто будет, да? Если с самим мэром породнимся. Ну что, Семен даст денег? Да не ори ты. Всех соседей собрать хочешь. В общем так, Семен готов дать деньги, но... Ну? Но при одном условии. При каком? В общем, он хочет, чтобы ты
Завтра подъехала в одну сауну и развлекла одного заезжего перца. Ну, делового партнера Семена. Что? Что, маленькая, что ли? Он хочет, чтоб ты переспала с этим мужиком. И сделала это так, чтоб он остался доволен. Нет, я не... Блин, ну где же мы такие-то деньжищи найдем? Ведь негде же. Вот копыта уродские. Слушай, ну все. Верке, теперь точно кранты. Хорошо. Что? Я согласна. Слышь, Оленька, ты только копыту проверку не проболтайся. Подписание такого договора нужно отметить правильно, иначе дела пойдут неправильно. Семен, я вас прошу, только давайте без банкетов и ресторанов, я с дороги хотел бы отдохнуть. Знаете, есть замечательное средство от усталости – банька. С березовыми веничками, дубовыми, с водичками минеральными в бассейне. Нет, знаете, я все же поеду в гостиницу. Вадим Викторович, с вами хотел познакомиться и обсудить очень важные дела. Он очень серьезный человек. А кто это? Это наш мэр Кислов Леонид Сергеевич. Ну, с мэром надо познакомиться. Эй! Что такая бледная? На, выпей, полегчает. Нет. Спасибо, я не хочу. Спасибо. Видишь, ты какая вежливая. Чем это ты так копыту приглянулась? Ну, покажь. Это рукавички и так тесно. Взяла свою задницу в руки и умотала по-тихому. Девочки, дяди все свои вопросы порешали. Тебе дядям надо отдохнуть. А что такое? В чем дело? Что за вид? Ну-ка, быстро давай переодеваться. Я... Ну-ка, давай. Быстро переодевайся. И смотри, не перепутай клиента. Если он что-то заподозрит, мало тебе не покажется. Я постараюсь. Ну что, голубоглазые, дядям сегодня нужны скромные девочки, а не шалавы подзаборные. Понятно? Угу. Вот взяли кувшинчики. Вперед, на пашню. Ну что, давай. Стоп. Веночек. Вперед. Что ж ты делаешь, дурь неуклюжая? Собери осколки, чтобы никто ног не порезал. Семен, ты чего разорался? И потом, что здесь, уборщица, что ли? И вообще, зачем ты этот маскарад затеял? Семен, ну зачем это? Леонид Сергеевич, ну вы же сами, мы как всегда. А сегодня не всегда. Тебе не кажется? Хотел познакомить меня с основами бизнеса, да? Ну, значит, знакомство должно происходить с соблюдением всех традиций, так сказать. Ну, тогда с боевым крещением тебя. Не хотел ехать. Говорил, звонка жду. Дождался, пап, дождался. Ну, ладно, мы пойдем. Не пойду. А чего так? А чего? Мне нравятся такие девки, как ты. Ну, зачем же так грубо? Девка. Тебя кто учил с девушками общаться? Папа. Артур. Да что? Да ничего, просто я не вижу здесь девушек. Одни двуличные твари. Не нравится компания, поезжай домой, водитель отвезет тебя. Спасибо, я останусь. Простите. А я хочу это. Пойдем. Подожди, Артур. Сегодня право выбора принадлежит гостю. А, конечно. Да пусть девушка выберет. Пойдемте. Ну, пойдем. Ну,
Ливку! Лови! Вы что, девчоночки? Давайте выпьем за Верку. А я? Я тебе сейчас. За Верку. Ведь Верка у нас голова. Да, Веронь? Да! Вы... Вам не понравилось? Но я ведь старалась. Тебя как зовут? Оля. Ольга. А что ты здесь делаешь, Ольга? То же, что и все остальные. Я сильно в этом сомневаюсь. Ты как здесь оказался? Сама пришла. А вам не все равно? Семен! Семен! Что? А что здесь делает эта девушка? Какая девушка? Ольга. Это Адалиска. Понравилась, да? Наверное, давненько ты первый раз не захаживал. Ты не ответил на мой вопрос. Что здесь делает эта девушка? Продает девственность, причем достаточно дорого. Ладно, все, теперь моя очередь. Спи давай. Никакой очереди. Ну что, Оленька, давай выпьем за твою предприимчивость. Далеко пойдешь, девочка? Далеко. Какую предприимчивость? Почем нынче девственность? Не продешевила, нет? Не продешевила. Я себе цену знаю. На чем мы там остановились? Эй, ты что творишь там? Ты что, совсем без мозгов, что ли? Ты что делаешь, придурок? А ну, стирай немедленно, еще черной краской намазюкал. Зачем мне еще мазюкать, а? Не, я, конечно, понимаю, что раньше ворота шлюхам дегтем мазали. Да где ж мне деготь-то взять? А правду должны знать все, потому что Олечка Терентьева шлюха из Совы! Да я тебя сейчас... Тварь двуличная. А вот я сейчас полицию вызову. Ага. Федя? Попрыгаешь, Пикас. Федя! Художник нарисовал. Ах ты ж! Да что ж ты такой? Ты гаденыш ты! Я полицию вызвал! Что ж ты такое-то написал-то, а? Да ничего. Да кто ж ты? Да что у тебя руки? Зачем? Я же правду написал. Федя! Ой, смотрите, и дочечка ваша приехала. Ну что, принцесса? Федя! Хорошо заработал? Федя! Феденька! Федя! Феденька, не надо! Федя! Федя, надо в скорую позвонить! Федя! Не-не-не, не надо в скорую! Лучше сразу телевидение! Отлично! Видите, что вам пропадает! Что? Дочь у них актриса, что надо. Федя! Это значит? Отлично, это значит! Федя! Я в доме подработаешь! Федя! Только индийский котенок из дома вырастет! Федя! Ты тварь паскудная, а! Так опозорить перед всеми! Федя! Что ты? Ах ты! А ты ж надо, а? Родная дочка, шлюха! Олечка, Оля!
доченька моя, Ольга. Ой. Да-да-да, видели надпись на двери. Вера. Верочка. Чем меня трогаешь? Бухаешь, что ли? Вера, а где твои синяки? Какие синяки, Оль? Ты о чем? Как? У меня же был в телефоне. Держи. Где мой телефон? Ой, телефон потеряла. Ну, тогда иди ищи, где шлялась всю ночь. Слышишь, мам? А мне Семен с такой ехидной улыбочкой говорит. Звонил мой партнер по бизнесу. Сказал большое спасибо за сестру. Умелая оказалась. Мне так было стыдно. Просто кошмар. Саша, а почему ты молчишь? Ты же видел запись, Саша. Мы же с тобой вместе решили. И че? Еще я не видел. Ничего мы с тобой не решали. Олечка. Мама, ты им поверила? А, доченька. Господи, позор-то какой, а. Мам, я тебя прошу. Так, ну я в душ. Ни за что бы не поверила. Какая приличная девушка. Выходит шлюха. Успокойся, детонька моя, я же с тобой. Я всегда с тобой, Олюшка. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в живых. Благословен плод чрева твоего, яко спаса родила душ наших. Аминь. Пресвятая Богородица, моли Бога за нас.
Я тебе чайку принесла. Попей горяченько. У зеркала стояла душа, соленые реки глотая. В лице я не очень, в плечах широка. За что уродилась такая? В лице я не очень, в плечах широка. За что уродилась такая? И жизнь ей казалась пустой, бессмысленной и безобразной. Прощалась душа со своей душой, как вдруг отражение погасло. Ты не плачь, моя чистая, и гони от себя дурное. Отражение всяко бессмысленно, когда зеркало кривое. Отражение всяко бессмысленно, когда зеркало кривое. Бабулечка, ну ты чего? Сколько ты учебы? Я скоро приеду. Не обращай внимания. Ой, вот клюшка старая, совсем забыла. На. Это что? Держи. А вот ты открой, да посмотри. Дарственно? Ну, зачем? Затем. Вот я помру, а у тебя какое-никакое будет жилье. Наследство небольшое, но все-таки дом. Бабулечка, мне не нужен твой дом. Мне ты нужна. Бери, пусть бумаги будут у тебя. А медальон носи. Его мне твой дедушка подарил с такой любовью. Я ему колечко скромное серебряное, а он мне семейную реликвию. Надень и не снимай, пусть у тебя теперь будет. Ой, как ты на свою прабабку похож. На Володину маму. Он тебе счастье принесет, я верю. Счастье? Где же оно? А он тебе много счастья принес? Разве настоящая любовь на всю жизнь – это не счастье? Ну, у тебя-то, может, и настоящая. Вот Володенька твой поматросил и бросил. Не говори так. Я с ума от него ушла. Вот узнала, что беременна, и убежала. Захотел бы, нашел. Захотел. Ему всего 20 лет было. А мне 30. Он к нам в город на практику приезжал. А потом, знаешь, у него такая семья была. О-о-о. Это кто бы его отпустил? Провинциальную учительницу искать. Вернешь пузырь, трындец всем твоим сериалом. Господи, ну не брала я твою водку, ну не брала. А что, Петька взял? Петька взял? Сережа, ну ты сам выпил и забыл. Да пошла ты. Ну выпил и забыл. Пошла совсем вон! Мозги растерял. Пошла вон! Все из-за тебя ты. Глаза твои пьяные открой, он посмотри. Посмотри, банки открой свои, что ты с сыном сделал. Это же он из-за тебя, Петя наш. Ты же его тогда в мотоцикл посадил. Я знал. Я знал, что он в коляску забрался! Ай! Ах ты ж! Ой! Вот! Вот твоя убийца! Убью, тварь! Убью! А вот я сейчас участкового встаню! Давай, а давай, давай, звони! Давай, звони, звони, давай! Зальбина, стой! Убью нас!
становится простым стеклом. Казался смелым обычный трус, а рыбка яркая в душе медуза. Искажение любви, искажение, искажение судьбы. Советская 34. Живая духа! Боже мой, поскорее, пожалуйста, у меня сейчас все окна повысаживает. Иди, скотина! Не стара, открывайтесь! Кто-кто, сосед наш Рындин? Да, опять, спасибо. Мы ждем. Слышь, открывай, стара! Вот ты посмотри. Малыш. Ксения Владимировна, вас ждет отец. Оу, подожди меня чуть-чуть, ладно? Быстрее надо шевелиться. Ну и что ты тут делаешь, папа? Мне что, тебя дома забирать? А в чем, собственно, дело? После вашего обручения с Вадимом ты что мне обещал? Что будешь вести себя достойно и оставишь всех этих кобелей в прошлом? Это всего лишь мой тренер по фитнесу. Мне наплевать, кто это. Ты сама выбрала Вадима. Ты сказала, что он тебе нравится. Я согласен с тобой. Он хорошая партия во всех отношениях. Я все это знаю. Меня ждут. Я могу идти? Ничего, подождут. Вы с Вадимом современные люди. У вас будут свои современные отношения. Я не добиваюсь от тебя домостроя. Но я тебе гарантирую, что Вадим не будет закрывать глаза на все эти твои похождения. Я понимаю, что речь между вами не идет о любви. Вот именно, папа. Между нами речь не идет о любви. И ты о ней, я думаю, что мало что знаешь. Ты мать мою не любил никогда. У вас с ней тоже был своего рода бизнес-проект. Вообще, я сомневаюсь, что ты кого-нибудь когда-нибудь любил. Ты, Ксюша, не знаешь этого. А поэтому не имеешь права об этом судить. Я забыла. Была же первая любовь, да? Первая любовь трепетного юноши. Первое женское предательство. Открой ей дверь. Да я сама уйду. Сквайр Трелани, доктор Ливси и другие джентльмены просили меня написать все, что я знаю об острове Сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю с самого начала до конца, не скрывая никаких подробностей, кроме географического положения острова. Указывать, где лежит, держи. Ни за что, ни за что. Петрович, ну ты же меня знаешь. И пальцем не трогай. Хватит трындеть. А расписывайся. Ты кутки разбил. Давай вот здесь. Ты уж прости нас, баб Клав. Оля вроде уезжать собиралась. Да. На учебу ей пора. А тут мы со своей бедой. Прости нас. А вот что ты со своими извинениями? Ну не чужие же мы люди, не посторонние. Прям не знала, что делала бы я без вас. Вон Оля, сколько с моим сыном возится. Бабка, а что у вас случилось-то? Чего она в синяках вся? Ушла Оля из дома. Совсем ушла. Господи, неужто Федька ее так разукрасил? Вот ирод. Всю жизнь ее шпыняет. А все из-за того, что вроде бы она не в их терентьевскую породу пошла. Так и прям Верка и Санька. Копия твой зятек. А Оля-то ни в отца, ни в мать. Нет, я не хочу сказать, что Рая, ну, твоя. Да в деда она пошла, в деда. А вернее, в его мать.
Сколько я Федьке говорила. Я ему фотографию этой прабабки показывала. Говорю, ну смотри же, одно лицо. А он вбил себе в голову, что она не его дочь. Бедная девочка. Какой он рознь между детьми-то посеял. Баба Клава, а может, скажешь наконец, а кто Райкин-то отец? Ты мне лучше скажи, что с Сергеем-то делать будешь? Опять пожалеешь, как всегда. М? Не знаю. Не знает она. Ой, баба-баба. Боже мой, Олечка, что случилось? А это я яблоки собирала, из яблони упала. Ничего серьезного. Вот, угощайтесь. А вы мне за этот ключик. Ой, спасибо. А ключик Катюша взяла. А, ясно. Угу. Себя неважно чувствую. Слушай, ты как этой страны из своего Александровска вернулась? Может, я чего-то не знаю? Может, у тебя там безответная любовь нарисовалась? Колись. Пусть будет безответная, только, пожалуйста, оставь меня в покое, ладно? Ну, знаешь, тогда тебе только одна дорога. В реабилитационный центр. Арчелентана, хватит брынкать все, молодежь, на горшки и в люлю. Валентина Денисовна, ну, пожалуйста. Все, 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 все. На сегодня концерт закончен. Посиди пока. Ну, что, красавица, не передумала? Все-таки первая беременность. Аборт может привести к серьезным осложнениям. Потом захочешь родить, а не сможешь. Я уже все решила. Послезавтра к 2 часам. Спасибо. Сестру, выручай! Отвали. Верка, будь человеком. Мне деньги нужны, край.
работать не пробовал? Давай, поучи меня. Я, между прочим, работаю. У меня просто эти форс-мажоровые обстоятельства. Форс-мажорный придурок. Знаю я твои обстоятельства. Все деньги проиграл, и с работы тебе поперли за твои прогулы. Давай, вали, мне некогда. Блин, ну, Верунчик, ну хоть пятихаточку долгони, а? Ну давай под процент, я выиграю, все тебе сразу отдам. Я сказала, не дам. Верочка, ты... Ира! Ладно, Ярка, я тебе это припомню. Припомню. Вы скажите мне, люди добрые, неужто устроен так мир, что мы неприступные, гордые, всегда поддаемся другим, не тем, кого любим, лелеем, кого посвящаем весне, чужие ласкают и греют, а милые ждут в стороне. Дай-рам, тара-тай-рам. Да нет же, у меня не получится. Тут моя соседка учится как одержимая. Ага. Причем здесь твой друг, ее мальчики не интересуют. Разве что умственно отсталые или сиротки несчастные. Ну что-то не понял, специальность у нее такая. Да. Ладно, мне на сбор нужно всего лишь 15 минут. Олюшка, а ты в институт сегодня не пошла? Здравствуйте. Случилось что? Нет, все хорошо. Да жутко, да страшно, но что уж поделать, судьба была в жизни моей, кто-то важный теперь. Не осталось следа. Алло? Бабулечка, это я. Оленька, девочка моя, а что у тебя с голосом? Я сначала хотела сама, но я не могу сама, понимаешь? Мне страшно, помоги мне. Да что такое? Ну, о чем ты? Я беременна. От этого гада беременна. Я уже взяла направление на аборт, но... я ходила, я думала. Понимаешь, я не могу. Он ведь маленький совсем, он беззащитный, он уже живет, а я его убью. И думать не смей. Да что? Это же частичка тебя. А отец? Ну и неважно кто. Малыш ни в чем не виноват. Бабулечка, ну мне в июне сдавать экзамены и рожать в это время, как я все успею? Не волнуйся, все будет хорошо, мы с тобой справимся. Рожай. Буду я прабабушкой. Будут у меня две радости. Ты моя большая. И совсем кроха. Кроха. Я тебя очень люблю. Держись, дорогая.
Ну что, Санек, докатился? Что ж ты делаешь? Старуху грабишь. Ты что, баб Клав, совсем уже на старости лет того? Я не граблю, я вон фотографию ищу. Мы просто с пацанами поспорили, кто из нас в школе всех длиннее был. Ну, вернее, выше. Вот я и ищу доказательства. Доказательства. А что у тебя? Что у тебя в руках? Эх ты, Санек, когда же ты успел в такую гадину превратиться? Не знаю. Не знаю, кому звонить. В полицию или родителям. Ты чё, старая? Какая полиция? Кроссовки, 43-й размер, со следами крови, перчатки тканевые. Что, жену не грохнул, решил бабку завалить за 300 рублей? Шевели поршнями давай. Сережа, ну, Сережа, ну, возьми. Да вы что, не положите? Ну! Возьмите, пожалуйста. Привет, бабочек. Ой, это я. Мама? Мам, что-то случилось? Бабушка. Ее больше нет. Как нет? Что значит нет? Понимаешь, доченька, в дом забрался вор. И бабушка... Это неправда. Алло, Оля? Олечка, я не слышу, Оля. Когда похороны? Так это мы уже похоронили бабушку. Как? А почему вы мне не позвонили? Да за что же вы так со мной? Олечка, ты же нам телефон свой не оставила. А я вот только сейчас у бабушки нашла. Оля! 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 Бабулечка, как же я одна теперь, а? Знаешь,
Если родится девочка, я зову ее твоим именем. Пусть растет маленькая Клавдия. Ну, а если мальчик, пусть будет Володя. Тебе бы это понравилось бы. А что тут продавать? Одни тряпки. Да, так жалко золотые сережки и цепочку. А еще бусики янтарные. Я им так любила в детстве играться в принцессу. На, Рынь, ну молодец. Ой, мамочка, мамочка. Жила-жила, так ничего не нажила. Слышь, ма, а помнишь, у бабки такой этот медальон был, круглый? Ты не знаешь, где она его прятала? Не помню. Да вообще не факт, что он здесь был. Бабка, скорее всего, его Ольке подарила. Олечка же любимая внученька. Олечка же такая хорошая. Она так похожа на прабабушку. На фото в медальончике. Да перестань ты. Ничего себе, какие люди. Оля. Наследство делите. Ну что ты, доченька, я ведь похороны же. Мы с папой в долги влезли. 9 дней еще не прошло. Мама, ну ты-то как можешь? Это ведь твой дом, ты здесь выросла. Бабушка так тебя любила. Опа, а вот и медальончик нарисовался. Семью вернула быстро! Медальон мне бабушка подарила. Уважайте ее решение. Сейчас и в будущем. А кто это нас стыдить вздумал? Шлюха из сауны? Прекратите, вы! Оля! Здравствуйте, я по объявлению по поводу работы. А, извините. Ну, что ты там выискиваешь? С такой внешностью, как у тебя, корячиться за копейки глупо. Если ж тебя как угорелый по всему городу, за любую работу хватаешься. Лучше бы папика себе богатого завела. Алло, здравствуйте, я по объявлению по поводу работы. Нет, извините, у нас уже вакансий нет. Ух, и что, вы в самом деле вот это будете? Мыть полы, выносить мусор, пылесосить мебель? Я в курсе, чем должна заниматься уборщица. Детка, вы в курсе, сколько у нас за это платят? Да, в объявлении было указано, меня устраивает. Понимаете, просто график удобный. Я ведь еще учусь, а общежитие мое в 10 минутах ходьбы отсюда. Если вас все устраивает, тогда с завтрашнего дня можете приступать. Нечаянно. Ты мне испортила туфли. Простите, я не хотела. Ты хотя бы знаешь, сколько они стоят? Ну, хотите, я еще раз извинюсь. Ты засунь свои извинения знаешь куда? Думаешь, этого достаточно? А чего вы еще хотите? И потом, мы разве с вами на «ты»? Рот свой закрой. Ксения Владимировна, я могу вам чем-то помочь? Увольте ее. Немедленно. Она облила меня грязной водой. Ты уволена. Ты уволена. Давай, чеши отсюда. Что случилось? Привет. Где ты набрал этот персонал? Она облила меня грязной водой и еще хамит. Ну ничего, я уже распорядилась, чтобы ее уволили. Уволили? Да. Пойдем, никто не уволен. Как так не уволен? Любимая, в салоне распоряжаюсь я. Ну, увольняюсь, принимай на работу. А я? Простите, пожалуйста. А это кто? Вадим Литвинов, владелец нашего автосалона. Она хамила, ты его невесте. Между прочим, дочери самого Голицына. Я никому не хамила.
А извиниться? Не хочешь передо мной? За что? За что? За эту отвратительную сцену у тебя в салоне. Извиняйся. Я жду. Ксюш, мы же договорились. Ты не вмешиваешься в мои дела. Салон – это как раз те самые мои дела. Принимать на работу, увольнять – все это делаю я. Ну, тогда уволь эту противную девку. Ксюш, эта тема закрыта. Закрыта? Ну, закрыта, так закрыта. Ты опять? Может, хватит уже? Федь, но Оля же дочка наша. Нету. Нету у нас больше такой дочери. Федь, господи, ну что ж ты говоришь, как можно? Можно. Еще как можно. Соседи вон до сих пор за спиной шушукаются. Уже почти весь город знает. Какого черта? Из-за твоей доченьки должны мои имя полоскать. Из-за моей? Ты что, всю жизнь вот так вот и ждал повода, чтобы отказаться от нее? Оля один раз только оступилась. Ни хрена себе оступилась. Да, оступилась. А нам нужно было сесть и поговорить с ней, и расспросить все. А не кулачищами сразу своими махать. А я, между прочим, на девчонкам к ее ходила, к подружкам. И они мне сказали, Оля никогда ни с кем не гуляла. Никогда ни с кем. Так они тебе и расскажут. Все вы бабы одинаковые, слабы напередок. Да, 5:25, говорю тебе. Пойми ты меня, я сердцем чую, понимаешь, сердцем. Ну, беда с ней. И мама. Мама-то ведь вообще разговаривать со мной не хотела. Мама, мама. Ой. Я сейчас. Не надо, дай там шкафчики. На, возьми. Давай, давай, давай. Все. Ой, Феня. Почему ты в офисе? Нет, я не буду тебя ждать. Хотя подожди. Эй, ты, как тебя там? Протри-ка стекла в моей машине. В мои обязанности не входит обслуживание автомобилей клиентов. Ух ты! Ты забыла, кто я, детка? Да? Кирилл, тут у девушки проблема, она забыла, кто она. Видимо, внезапная амнезия. Иди сюда. Господи, послушай, ты же не хочешь со мной ссориться, правда? Ну что вы, Ксения Владимировна. Тогда уволь эту грянь. Немедленно. Но Вадим Викторович… Вадим Викторович не должен вникать в эти мелочи. Хорошо. Вот. А если что, скажешь ему, что она ушла сама. С завтрашнего дня эта девушка у нас не работает. Вот и молодец. Вот и умничка. В этой модели это максимальная комплектация, и она является лидером продаж. Извините. Послушай, а где прежняя уборщица? Она уволилась. Ну, сказала, что нашла место получше. Ксения постаралась? Найдите анкету уволенной уборщицы, позвоните и скажите, чтобы она вернулась на работу. Терентьева? У нас что, каждый день народ увольняется? Почему? Не каждый. Что-то не так, Владимир Викторович? Это все нормально. Здесь адрес есть? Да. Звонить не нужно, я сам.
Здравствуйте. А подскажите, Ольга Терентьева, какой к вам сюжет? Здрасте. А вы кто? Работу хочу предложить. Правда? Угу. Ой, как хорошо. Оля, знаете, девочка очень вежливая, трудолюбивая, скромная. Вы возьмете, не пожалеете. А работа приличная? По профилю. Проходите. Второй этаж, 120-я комната. Спасибо. Угу. Проходите. Войдите. Здравствуй, Оля Терентьева. Испугалась? Ну, может, и правильно. Скажи, а что ты в моем салоне забыла? Ко мне решила подобраться поближе? Еще денег заработать? Теперь уже шантажом. Я подрабатывала в вашем салоне уборщицей. Меня уволили по желанию вашей невесты. Еще вопросы есть? Так ты теперь без работы осталась. Ай-яй-яй. Это можно поправить. Я сейчас ищу как раз новую секретаршу. Квартиру тебе сниму. Зарплату будешь получать. Хорошую. Ну, так как? Благодарствуйте, барин, за столь щедрое предложение, но не могу его принять. Боюсь, не справиться. Тупа, знаете ли. Изыском французским не обучена, да и послушанием особым не грешу, так что извольте выйти вон. Что? Пошел вон. Благодетель. Убирайся, чтобы я больше тебя никогда не видела. До свидания. Олег, привет. Узнал? Да, здорово. Слушай, я слышал, ты открыл детективное агентство. Мне нужна твоя помощь. Ну, давай, до встречи. А, заходи, заходи, здорово. Однокашничек. Здорово, забурел, холеный, лощеный. Да кто наговорил? Здорово, ну присаживайся, рассказывай, что ты, как ты. Может, за встречу? Позже, я по делу. Ну, кто бы сомневался. В сауне я понял слова этого Семена буквально. Девушка решила подзаработать, продав свою девственность. Ну, такой недешевый товар по нынешним временам. А теперь засомневался, все ли так просто. Ну, сам по сути, девушка учится в нашем педагогическом институте. Да еще на отделении дефектологии. Работает с детьми. Студентке приходится подрабатывать. Не только головой, но и другими частями тела. Да, я понимаю, но... Почему она тогда драила полы за копейки в моем автосалоне, а не развлекалась каким-нибудь папиком? Потом еще узнаю, девушка отличница. По вечерам в клубах не тусует, а сидит в общаге за конспектами. Женская душа потемки. Да, поэтому я решил ее проверить. В смысле? Ну, если девушка настолько цинична, что решила продать свою девственность, то предложение стать моей секретаршей и приехать из вонючей общаги в съемную квартиру, все это она должна была принять с радостью? Ну да. Она меня выгнала вон. О, как. Да. Да еще посмотрела на меня так, как будто перед ней не человек, а какой-то огромный слизняк.
А мне, знаешь, как-то не очень приятно ощущать себя слизняком. В общем, сопоставив все эти факты, я подумал, что вся эта история не очень хорошо пахнет. Я только не могу понять. Ну, от меня ты что хочешь? Дружище, я тебя очень прошу, не поручай никому это дело. Сам поезжай в этот Александровск и узнай об этой девушке все. Что делает в такой дыре такая красотка? Куда смотрят местные мужчины? Они что, все ослепли, что ли? Да откуда они здесь, настоящие мужчины? Они вымерли, как мамонты. Ну, зачем вы так к нам? Присутствующих это не касается. А может, расплещем сегодняшний вечер вместе? Какой здесь самый лучший ресторан? Ну, пожалуй, Орхидея неплохой ресторанчик. Девушка, простите, пожалуйста, я не хотела, честное слово, простите. Делай так, Олечка, бери пример с Олечки. Мне тоже все время в пример младшего брата ставили, а он меня подставлял по полной программе. Обиду прощать нельзя. Подумаешь, родная кровь. Обидел – получи. Увела парня у сестры – получи. И получи по полной. Что, Оля, у тебя парня увела? Представляешь, меня. Я Артура еще со школы любила, а он Ольке цветы принес. Потому что Оленька же у нас умница, Оленька у нас отличница, скромница. А я показала всем, какая она у нас скромница. Просто Голливуд отдыхает. Давай выпьем. А давай. Я хочу выпить за тебя. Ты какой-то такой хороший. Ты так меня понимаешь. Ольга им говорит, вот, гляньте, у меня все на мобильном есть. Мык-мык, а мобилы-то и нету. Ее Санек еще раньше у Ольги стырил. Короче, если бы Олька из дому не дернула, папаша бы ее вообще пришиб. Что, тебе ее совсем не жаль? А представляешь, ни капли. Она получит... Дальше уже неинтересно. Там она по второму кругу личной обиды. Вот тварь, а! Что за тварь, а? Ты мне можешь объяснить, ну как это возможно? Даже родной брат, это родная сестра. Это я тебя заберу. Спасибо, дружище. Спасибо. Давай. Привет, Вадим. Слушай, я тут подсчитываю наши грядущие доходы. Знаешь, что получается? Подожди, как ты разрываешь договор? Я салон купил, я начал делать ремонт. Ты объясни все толком, Вадим. Димка, привет. Здравствуй, Вадим. Заходи, здравствуй. Выглядишь, как всегда. Прекрасно. Спасибо, мой дорогой. Присаживайся. Ну, как дела? Спасибо, все хорошо и дома, и на работе. Маришка, я по делу. Ну, рассказывай. Есть одна девушка, второй курс, педагогический институт. Ей очень нужна работа. Ну, а кем тебе приходится эта девушка, что ты так о ней печешься? Маришка, это не совсем то, о чем ты подумал. И более того, я даже не хочу, чтобы она знала, что я принимаю участие в ее судьбе. Гордая очень. Понятно. Поможешь? Ну, тебе же нужны молодые перспективные кадры. Да у меня учительница продленки в декрет уходит. Ну, наверное. Ты приводи. Приводи эту свою, как ее? Оля Терентьева. Оля Терентьева. Угу. Спасибо большое. Ну, все, я поскакал. Давай, счастливо, Дим. Семен Борисович, можно?
ребята просили смету подписать по отделке в салон. Еще им нужен один выходной. Дотрись ты своей сметой. Случилось что-то? Случилось то, что все обломилось. Полный облом. Семен Борисович, простите, я вас не понимаю. Я сам ничего не понимаю. Позвонил Литвинов и сказал, что разрывает контракт в одностороннем порядке. Согласно заключенному договору, если одна из сторон разрывает контракт в одностороннем порядке, она обязуется заплатить огромную неустойку. А он и согласен заплатить. Вообще он со мной разговаривал так, как будто он такой великий босс, а я так, грязь под ногтями. Так что, бизнесу конец? Ни один Литвинов бизнесмен в области. Ну-ка давай, открывай папки по нашим другим проектам. Ты даже себе не представляешь, какое платье я видела в новой коллекции Vivienne Westwood. О, там верх почти строгий, внизу несколько юбок из органзы, расшиты стразами. Вообще, я хочу, чтобы ты посмотрела, потому что мне оно очень нравится. Института шефствует над детским реабилитационным центром. Молодые люди навещают детишек. Ты вообще меня слышишь? Устраивают... Да, конечно. Да? Инициатором этого благородного дела стала Ольга Терентьева. Сегодня она наша гостья. Здравствуйте, Оленька. Здравствуйте. Зачем? А мне надоело. Мне надоело смотреть всякую тягомотину. Знаете, как они нас ждут? Как радуются каждому нашему приходу. Мы всячески стараемся облегчить их путь к выздоровлению, а в этом нам помогает творчество. Да, и спасибо большое всем тем добрым, замечательным людям за помощь, за умение чувствовать чужую боль и за умение сопереживать. Окей, я ее вижу. Требуется воспитатель продленного дня для младших классов. Средняя школа, номер 28. Значит так, вначале будут стихи, а потом будет хоровод. Договорились? Держи сценарий. Ну все, Дедушка Мороз, я потом подойду. Здравствуй, Маришка. Димка. С наступающим. Спасибо, тебе так же. Пойдем чаем напою. Да мне некогда, я так только заехал поздравить. Да я понимаю, конец года. Скажи, пожалуйста, а как поживает наш перспективный кадр? Это что, про Олю Терентьеву? Да. Ну, пойдем. Сам увидишь. Пойдем. Пойдем. Я, пожалуй, сейчас бухнусь в пруд, потому что меня слабо держит. Дай-ка я, говорю ей. Он говорит, валяй, а то я обязательно бухнусь. Я говорю, держите меня. Ну что? По-моему, справляется. И что, и все? А что еще? А то, что удружил ты мне, голубчик. Я уже двух учительниц продленки отправила в декрет. Теперь Оля на очереди. Нет, мы хорошо держим. Это твой хлястик оторвался. Весь, с мясом. Я говорю, кладите мне его в карман, а сами держите просто за пальто, за хвост. Она беременна, что ли? Ну, как оказалось. Рожать ей в июне. Слава богу, конец учебного года. О! Ну, что тебе сказали в деканате? Выделят отдельную комнату в общаге? Да какое там? Так говорят, мест не хватает. Понятно. Что ты собираешься делать? Я деньги откладываю. С мая собираюсь квартиру снимать. Где-нибудь на окраине, там подешевле. А потом родится малыш, и мы в бабушкин домик переберемся. Вот зря ты не хочешь найти папашу своего ребенка. Ну пусть бы помог. Обойдемся. Гордая ты слишком. Поэтому и проблем больше, чем у других. Здравствуйте. Вы к нам? Я к Ольге. Вы не могли бы нас минут на 10 оставить? Пожалуйста.
лица простым стеклом казался смелым обычный груз, а рыбка яркая в душе медуза. Искажение любви, искажение, искажение судьбы. Мне кажется, в прошлый раз мы все обсудили. Скажи мне, кто отец ребенка? Это мой ребенок? Нет, он не имеет к нам никакого отношения. Уходите. Оля, я все знаю. Я знаю про твою сестру и про брата, про то, как ты оказалась в сауне, про урода Копытова. Я все знаю. Я понимаю, что я тебе противен. Я же не навязываюсь. Я просто хочу знать, это мой ребенок или нет. Я все равно узнаю. Я сделал анализ ДНК, в конце концов. Но зачем все усложнять? Ребенок мой. А если от вас это никого не касается? Ненавижу, слышите? Ненавижу. Ладно, давай собираться. Это вещи твои? Сумка? Еще что-то есть? А по какому праву вы здесь распоряжаетесь? Я же сказала, в содержанке к вам не пойду. Убирайтесь! Услышь меня. Я прошу тебя, услышь меня. Ты попал в ужасную ситуацию. Ну что случилось, уже случилось. И что со всем этим делать, это... Время покажет. Сейчас не это главное. Главное – ребенок. Твой ребенок. Наш ребенок. Я не допущу, чтобы он жил вот здесь. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Ради него. Позволь мне вам помочь. Тебе понравится. Ну почему ты не носишь шубу, которую я купил? Ну холодно. Ну зачем ходить в этом старье? Я вам сразу сказала, шубу не надену. Она слишком дорогая. Да, и эти сапоги тоже. Простите, но я не ношу обувь ценой в 3 моих месячных оклада. Оль, ну что за детский сад? А еще мне не нравится, что вы приходите, когда захотите. Отдайте, пожалуйста, ключ. Ключи я не отдам. Ну, тогда я вернусь в общежитие. Пойми, я волнуюсь. Хочешь, буду звонить каждый раз перед своим приходом. Шубу, пожалуйста, носи. Холодно.
простудишься, ну, о себе не думаешь, подумай о ребенке. До свидания. Осторожней, Витька. Богдан, придержи стульчик. Мальчишки, давайте, смогните. Давайте, 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 помогайте. Так. Ольга Федоровна, Макаров мне всю прическу испортил. Ну, ничего страшного. Нет, Галенка, смотри, что у меня получилось. Молодцы, ребят, мы все так красиво сделали. Ваш. Благодарю вас. Спасибо. С праздником. Сережа, ну что ты делаешь? Такой хороший день рождения получился. Чувствуется, что Марию Андреевну все любят. А то. Нам с директором повезло. А он что здесь делает? Кто? Вадим Литвинов? Так он сын Марьюшкиной подруги. Та, правда, год-два назад умерла, а Вадим продолжает навещать Марию Андреевну. Он классный. Вот жалко только, что на такой стерве женится. Стой, ты что, знаешь его? Да так, видела пару раз. Полиция, нас ограбили. Приезжайте, Сиплиева 3, квартира 11. А чего это, а? Мам, нас ограбили. Саш, ты... Как ограбили? Ой. Что? Ой. Мам. Ой. Мам, что? Что такое, мам? Нет, ну как это? Вы же больница. Что значит ничего не можете сделать? Объясняю. У нас районная больница, понимаете, районная. Своей кардиологии у нас нет. А ваша жена нуждается в срочной операции. Достаточно сложной. И где делают эту операцию? В областном центре. Там прекрасное отделение, новейшее оборудование. А самое главное, там великолепный кардиохирург Николай Павлович Новицкий. Ну так и везите Раису к этому вашему Новицкому. Я хочу, чтобы вы поняли. Очередь на плановую операцию к Николаю Новицкому расписаны практически на год вперед. Ну, а если срочная, внеплановая операция? Ну, если срочная и внеплановая, значит, платная. И достаточно недешевая. Мария Андреевна, скажите честно, это Вадим Литвинов меня к вам на работу устроил? Ну, допустим, на работу тебя я устроила. Попросил за тебя действительно Димка. Димка? Дима его мама называла. И он очень не хотел, чтобы ты знала о том, что он за тебя просил. Если ты обо всем сама догадалась, ну что ж, тут уже ничего не попишешь. Спасибо. Семен меня бросил. Ну, может, ты тоже продашь что-нибудь? Он ведь дарил тебе. Это не поможет. За цепочку у Сережки много не выручишь.
пап, мне, конечно, маму очень жалко. Но что я могу сделать? А если... Все, мне пора. Подождите, пожалуйста. Абонент разговаривает. Оставайтесь на связи. Почему же ты мне сразу не позвонил? Да как ты виновата, мы перед тобой, дочка. Я виноват. Мать все рвалась к тебе навестить, хотела помириться, а я не пускал. Так, папа, давай об этом потом поговорим. Я сейчас же поеду в больницу, узнаю, что нужно делать. А что узнавать? Нужна срочная операция, это стоит очень дорого, у нас таких денег нет. Скажи, а если бабушкин дом продать, этого хватит на операцию для мамы? Наверное, но Раиса еще в право наследства не вступила. Дом мой, бабушка на меня дарственно оформила, так что срочно ищи покупателя. Договорились, следующая вечеринка у тебя. Вадик пришел, все, я тебе перезвоню, давай. Ксюш! Ксюш! Ксюша соскучилась. А лучшее средство от скуки – это уборка. О-о-о-о. А чего ты такой злой? А, не надо так нервничать. Ты помнишь, что у нас через 3 недели свадьба? Ксюш, ты наняла целое агентство. Ты-то сама что делаешь? Как? Я за ними слежу, я контролирую. Ну и... У нас есть что-нибудь поесть? Разве я похожа на кухарку? Или на домработницу, а? Извини, похоже? Я очень устал. Алло? Мать перевезли в областную кардиологию. И послезавтра ее будет оперировать Новицкий. Ты же говорил, нужны большие деньги. Я и сам ничего не понял. А спросить-то боялся, чтоб не передумали. Хорошо. Опять яичница? Вперёд, ты обнаглела. Ты вообще должна была мать заменить. Уборкой, стиркой заняться. А ты с претензиями. Вон твоя сестра. А что моя сестра? Что сестра? Вообще никому не гугу про бабкин дом. А мы губу раскатали. Мечтали. Тихушная гадина. Рот закрой. Я больше гадостей в адрес сестры не слышал. Да? А с чего это вдруг? А, или ты после того, как узнал, что бабкин дом достался Ольге, так ты воспылал к ней отцовской любовью? А то, что она проститутка, забыл? Дура ты, Верка. Алло? Нет, я дома. Хорошо. Привет. Здравствуйте. Я думаю, тебе это будет интересно. Ой, спасибо огромное. Ой, вкусно как пахнет. Домом пахнет. Так пахло, когда мама оладушки готовила. Хотите оладушек? А что, есть клубничное варенье? Есть. Вы проходите, Вадим Викторович, а то я столько напекла, одна точно не съем. Извини, что я не позвонил, просто руки были заняты.
Вадим, я же спросила, перестаньте таскать продукты мешками, у меня все есть. У тебя все есть, а у ребенка не все есть. Держи. Что это такое? У тебя что-то поломалось? Нет, все хорошо. Дождалась бы меня, я бы все сделала. Просто так вы наконец отреставрировали фотографии моей бабушки, вот я и решила повесить. Красивая женщина. Удивительные глаза. Замедленное сердцебиение плода. Угроза жизни миновала, но дальнейшее, как говорится, зависит только от самого малыша и его мамы. Ваша жена будет спать до утра. Какой смысл вам здесь сидеть? Если позволите, я останусь. Ну, как хотите. Если что, зовите медсестру. Ну, конечно. Собачьим, чтобы этой твари и духу здесь не было. Ксюш, я не воюю с беременными женщинами, а с Вадимом поговорю. Он должен мне ответить за каждый синяк. Он должен на коленях ползать и просить у меня прощения. Успокойся, Ксюша, сядь. Доброе утро, молодые люди. Доброе утро. Как вы себя чувствуете, Оля? Хорошо. Вы знаете, он толкается. А чего же ему не толкаться? Проголодался, видать. У него все в порядке. Доктор. Да. А что, этой брадикардии тоже нет? Нет. Все пришло в норму. Поздравляю. Спасибо. Олечка, я через пару часов вернусь, хорошо? Угу. Вадим Викторович, вас хочет видеть господин Голицын. Господином Голицыным я свяжусь в ближайшее время. Владимир Игоревич хочет видеть вас незамедлительно. Хорошо, я еду. Изволь объясниться, Вадим, как я должен понимать твое поведение, что это все значит? Это моя личная жизнь, я не намерен ее... А я намерен потребовать от тебя, чтобы ты немедленно пошел к своей невесте и попросил бы у нее прощения, иначе свадьбы никакой не будет. Но свадьбы и так не будет. Не понял. Ты ради этой случайной связи готов бросить мою дочь? Я расстаюсь с вашей дочерью ради любимой женщины, которая ждет от меня ребенка.
Сегодня ночью, когда я чуть не потерял своего малыша, у меня вдруг все стало на свои места. Мои отношения с вашей дочерью – это чистый бизнес-проект. Я не хочу так. Не хочу жить разумом, хочу жить сердцем. Я ухожу к любимой женщине, вот и все. Ты понимаешь, что я могу тебя уничтожить? Да, я понимаю. Ты почему не отвечаешь на телефон? Ты говорил с Вадимом? Да, он только что ушел, поговорил. И что, ты ему все объяснил? Он бросит эту девку? Нет, он выбрал не тебя. Не телефонный разговор. Ксения, приезжай. Я сегодня ночую в городе, поговорим. Что делаете? Ложитесь немедленно. Понимаете, у меня сегодня маму оперируют в кардиологии. Я звоню, а папа трубку не берет. Успокойтесь и подумайте о малыше. Кто оперирует маму? Новицкий. Ну тогда вообще беспокоиться нечем. Вашей маме невероятно повезло. Алло, добрый день. Это Малышев из гинекологии. Марья Степановна, подскажите, а операцию пациентки? Терентьева Раиса Владимировна. Терентьевой? Уже закончено. Замечательно. Да вы что? Ну, спасибо вам, Марья Степановна. Да, спасибо. А у меня дочь лежит этой Терентьевой. Волнуется очень, а ей нельзя. Ну, всего доброго. Ну вот, операция проведена успешно. Теперь с вашей мамой все будет хорошо. Господи, спасибо. Еще кое-кого нужно поблагодарить. А вы имеете в виду профессора Новицкого? Ну, это само собой. Операцию оплатил некто Литвинов. Что это за спектакль? Это не спектакль, я... мириться. Я понимаю, что я не должна была себя так вести. Это все только потому, что я боюсь тебя потерять. Ты ведь поговорил с отцом? Думаю, прекрасно понимаю, что между нами все кончено. Извини. Я знаю, что у тебя есть повод злиться. Но пойми меня тоже. Каково было мне узнать, что у тебя беременная любовница? Послушай, давай... просто спокойно сядем за стол и спокойно все обсудим. Я уверена, что у нас получится договориться. Поцелуй меня. Перестань. Я сейчас уйду, ты собери вещи, а ключи оставь консьержке. Можешь это понимать, а? Ты о чем? Я вообще удивляюсь, папа. Как ты можешь так легко говорить, доченька, он выбрал не тебя? Ты вообще в курсе, что у меня свадьба с этим человеком через 3 недели? И весь город об этом знает. Ты только представь, какой будет скандал, когда журналисты узнают. Вадим Литвинов променял королеву на уборщицу. И тебя это беспокоит больше, чем отношения с Вадимом? Нет, меня беспокоит и то, и другое. Более того. Я ни с кем не собираюсь его делить. И что ты предлагаешь? Предлагаю. Если не помогают цивилизованные методы общения, перейти к иным. Например? Например. Пригрози ему. Скажи, что пустишь его по миру. Я не знаю, папа. Он не реагирует на это. Ему это не важно. Тогда можно намекнуть, что с его ненаглядным может что-нибудь случиться. Прекрати, пожалуйста. Что ты несешь? Не забывай, что он просто любит эту девочку, и все. Как трогательно, любит девочку. Какой прелестный слюнтяйский бред. Я эту девочку своими руками задушу. Прекрати, Ксения! В конце концов, ты услышишь себя, что ты несешь. Алло, подожди минутку. Я вернусь через 2 минуты. Нам нужно договорить.
Ты слышишь меня? Я слышу, слышу. Так, 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 так. Так. Ну что, вы еще не знаете, кто у вас? Нет, не знаю. Хотите знать? Ну, конечно. А у вас девочка. Замечательная девочка. Клавдия. Клавочка. Красивый. Очень красивый. Маленькую, хорошую, добрую девочку. Чуткую, заботливую. А вернулся ко мне человек, которого я совсем не знаю. Ты перестала быть доброй, ты перестала быть мягкой. Да, 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 стала жесткая, гадкая. Дрянь просто, стерва, да, папа? А как ты думаешь, почему? Может быть, потому что ребенку нужна семья? Ребенку нужен отец, которого нет рядом? Это была вынужденная мера. Я должен был вас спрятать от своих конкурентов, которые обязательно воспользовались бы вами, чтобы манипулировать мной. Ну как? Спрятал? Какие претензии, папа? Что выросло, то выросло. Наслаждайся. Я хочу, чтобы ты не навредила себе и другим. В смысле, не другой. Знаешь, что самое обидное для меня в этой ситуации? То, что ты к этой продажной дряни относишься лучше, чем ко мне. Это неправда, Ксюша. Не говори ерунды. А если она попадет случайно под машину, ты будешь плакать? Ты заставишь меня применить жесткие меры. Я вынужден буду лишить тебя возможности разговаривать по телефону, свободно передвигаться. Я вынужден буду лишить тебя наследства. Так, я сделаю подожди, все. Подожди, подожди. То есть, если я правильно тебя понимаю, ты ради чужой девки готов разрушить мою жизнь? Неправда. Ради тебя самой. Ясно. Я все поняла. Ух. Я буду хорошей девочкой. Результаты на столе оставь и готовься к выписке. За тобой муж приехал. Загадочный разрыв накануне свадьбы. Самая завидная невеста нашего города Ксения Голицына снова свободна. Я предлагаю отметить твое выздоровление. Мне кажется, это прекрасная идея. Я так хочу мороженого клубничного или фисташкового. Можно с карамелью, можно с клубникой. Все будет. А что это за новый пункт у вас тут появился? А это от старого договора осталось. Нет, Семен Борисович, я не буду вкладывать свои деньги в ваш проект. Почему? Ну, мы же все обсудили, остались какие-то детали подписать меня договор. Меня предупреждали, что не стоит иметь с вами дело. Теперь я в этом сам убедился. Всего хорошего. Эдик? Да, слушаю. Я знаю, почему Литвинов разорвал контракт. Почему? По Кочину. Быстро найди мне телефон Голицыной. Я знаю, как возобновить наше сотрудничество. Хорошо, я понял, я все сделаю.
дальше я сам. Не положено, Владимир Игоревич. Я обязан... А вот тут я решаю, что положено, а что не положено. Я в этот город приехал на встречу со своим прошлым, и мне компания не нужна. Жди меня здесь. Свои. Если честно, на месте врачей я бы тебя еще на недельку в больницу оставил, а то мало ли что. Погоди, я помогу. Я ведь теперь буду бояться тебя одну оставлять. А ты не оставляй. Что? Оставайся, Дима. Матвей, здравствуй. Не узнал. Голицын я. Ну, помнишь, мы еще с Клавдией здесь встречались. Точно. Володька. Вот теперь признал. Ах, важный какой стал, а? Внушительный. А ты хоть помнишь, как прибежал, худющий, под дождем промок? И кричал: Клавдиуша наша пропала. Что делать? Помогите. Помнишь? А я, дядь Матвей, все помню. А старуха моя сказала тебе: да не пропала она, а уехала. И просила ее не искать. Узнать хочу. Чему просил не искать-то? А не слишком ли поздно спохватился, мил человек? Лучше поздно, чем никогда. Ну, не знаю, не знаю. Померла она, твоя Клавдюня, прошлой осенью. Старуха сказывала, вор к ней в дом забрался и пришиб бедную. Большое спасибо. Я на часок в офис, а ты отдыхай. Хорошо. Не бойся, детка. Бить не буду. Мне нужно с тобой поговорить. О чем? Это... Кто? Это моя бабушка. А в чем дело? Бабушка. Вот что, внучка. Держись от моего отца подальше. Вы о чем? Зачем мне ваш отец? Я... Все сказала. Хорошо, Владимир Игоревич, я все поменяю. Ксения Владимировна, она в курсе? А при чем здесь Ксения? У нее сейчас сложный период в жизни. Ей не до этого. Спасибо. Да-да. Я знаю. Это очень хороший вариант. На данный момент лучший. Ну, а все необходимые документы для вас я подготовлю. Как можно быстрее сделайте это. Смотрите, как у нас с вами удачно получилось в прошлом году с детским реабилитационным центром. Давайте в этом году поддержим этот фонд, купим им хорошие инструменты,
Пусть наши ростовские музыканты начнут побеждать в международных конкурсах. Всего доброго. До свидания. Проходите, пожалуйста. Вениамин Васильевич, буквально 2 минуты. Я вас очень прошу, скажите мне правду. Папа переписал завещание, да? На кого? Скажите, черт побери, кто сорвал джекпот? Ксения Владимировна, вы же понимаете, я не имею права разглашать суть наших с Владимиром Игоревичем деловых разговоров. Уж как-нибудь сами. Всего доброго. Да. Ксения Владимировна? Я. Кто это? У меня есть информация, которая может вас заинтересовать. Дело касается вашего жениха Вадима Литвинова. Какая к черту информация? Компрометирующая. Мне кажется, нам с вами надо встретиться и кое-что обсудить. Ладно, через 2 часа в кафе фитнес-центра. На Пушкинской. Знаешь, Рая, я много передумал за эти дни. Прости меня. Скотина я последняя. Теперь все по-другому будет. Ну что ты, Федя? Пап. Иди к маме. Олечка. Мамочка. Оля, доченька. Мамочка. Боже мой, прости ты нас. Доченька. Ты прости нас. Ты прости нас, родная. Ой, а что ж ты? Ах, как же... А вот так. Мамочка, папа, познакомьтесь. Это Вадим. Федор. Вадим. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что я люблю вашу дочь и прошу вас ее руки. Ой, Федя. Позвольте представиться, меня зовут Семен Борисович Копытов, я владелец сети автозаправочных станций. Давайте ближе к делу. Вы в курсе, что у вашего жениха Вадима Литвинова есть любовница и что она беременна? И что? То есть, история про эту девицу из сауны для вас не новость? Она проститутка? Очень милая. Вадим ездил в сентябре в командировку. Не вы ли познакомили Вадима с этой дрянью? Не вам ли я должна сказать спасибо за свою сорванную свадьбу? Как сорванную свадьбу? Надо же, какая дрянь шустрая. Чу-чу, давайте без этого, ладно? Вы знаете, что сделает с вашим убогим бизнесом мой отец, когда узнает? Я клянусь вам, я не знал. Не надо говорить ничего отцу. Что вы хотите от меня? Конкретней. Честно говоря, я надеялся, что вы поможете мне восстановить сотрудничество с вашим женихом, с Вадимом Литвиновым. Глупейшая идея. Я понял. Сядьте. И расскажите мне все, что вы знаете об этой девке и об ее семье. Так а ну стрыснули отсюда! Эй! Да, да. Иди сюда. Ты Терентьев? Александр. Ну и а что? Да ничего, садись давай. Это что? Меня типа похитили, да? Твою бабку случайно не Клавдией звали? Клавдия? А что? А деда как? Ну, а деда не было. Вернее, он, конечно, был, но просто бабка о нем немного рассказывала. Она с Олькой общалась, сестрой моей. А что такое? Заработать хочешь? 5 штук. Зеленых денег. Конечно, хочу. А что надо делать? Там сзади пакет возьми. Так, что там? На этой посуде должны остаться отпечатки пальчиков твоей сестренки. Но только ее.
Справишься, получишь свои деньги. Согласен? Конечно. А зачем вам Олькины пальчики? Какой ты любопытный, а? Там телефон на бумажке записан. Сделаешь дело, позвони мне. Бывай. Ничего не станется с твоим ребенком. Переживешь. Совсем слепа. Машинка набирает. Потом... Ой, по улице пройти нельзя. Сейчас, Машенька, сейчас. Сейчас. Че звонил? Мутка одна есть. Штуку гринов заработать хочешь? Куда опять собираешься вляпаться? Тёлка одна крутая ко мне подъехала на шикарной тачке. Дала пузырь коньяка и две рюмки. Хочет, чтобы на них появились Олькины пальчики. 5 штук гринов башляет. Вот её мобильный. Но номер по-любому липовый. С каких дел? Может, эта баба не такая идиотка, как ты. Но имени своего она, конечно же, не назвала. Нет. А номер тачки? Хоть его ты запомнил? Нет, а нафига нам ее номер? Господи, послал же Бог такого брата. С этой тёлки, помимо 5 штук баксов, можно столько денег надоить. А чё это она нам башлять будет? Господи, какой же ты дебил. Дело по-любому пахнет криминалом. А криминал это что? Тюрьма. Криминал – это бабло. Очень большое бабло. Хорошо. Это дело я беру на себя. А с тебя и 20% хватит. С будущих прибылей. Слышь, сеструх, а ты не подофигела, а? Какие 20%? Эта тёлка вообще-то ко мне подкатила. А, да? Ну, хорошо. Давай. Иди тогда сам. Погоди ты, ну! Согласен я. Умница. Я обещаю, я буду самой лучшей теткой. Только прости. Ты зачем пришла? А я как чувствовала. Презентик принесла. Теперь я понимаю, что ты пить не можешь, и поэтому угостишь своего мужа. Вот это самый лучший коньяк. Так, Вера, конечно, спасибо большое, но мне от тебя ничего не нужно. А если ты действительно раскаиваешься, расскажи обо всем родителям. Ну, как знаешь. И не беспокойся, дверь я сама закрою. Пакет, пляшите. Клоун какой-то. Давай. Сначала бабосики покажите. Пробуешь меня обмануть? Закатываю. Не бойтесь, все пучком.
женщин сон. Янтарь становится простым стеклом, казался смелым обычный трус, а рыбка яркая в душе медуза. Искажение любви, искажение, искажение судьбы, искажение в отражениях кривых. Олечка, ну я тебя прошу, не капризничай, пожалуйста. Я не капризничаю. Димочка, понимаешь, просто... квартира, пускай ее снимаешь и ты, но все же мой дом, не знаю, мой угол. А там, где ты жил с Ксенией, прости, я не могу. Ну, хорошая моя, я обязательно куплю другую квартиру. Но сейчас в этой квартире есть комната, там можно сделать Димочка, детскую. Давай не будем загадывать. Ну, пускай малышка сначала родится, а потом посмотрим. И вообще, ты завтра уезжаешь в командировку. Ну, скажи, что я буду делать одна в пустой квартире? Хорошая моя, мне за мелочи немножко. Все, вопрос закрыт. Чувствуешь? Толкается. Толкается. Напоминает о себе. Малыш, привет. Сейчас посмотрим, что они насчитали. Опять выросла. Ой! Одно варьё вокруг, Петя. Одно варьё. Да, слушаю. Привет. Мне нужно с тобой кое-что обсудить. Ксения, нам нечего с тобой обсуждать. Слушай, я не собираюсь скандалить. Я просто хочу поговорить. Я завтра уезжаю в Москву, вернусь только в субботу. Прекрасно. Я назначаю тебе встречу в субботу. Я прилечу только к часу. Пока доберусь в город, пока... То другое. Меня это устраивает. Пока. Николай Павлович, я очень на вас надеюсь. Олечка, ты мне как раз и нужна. Извините, я на секундочку. Значит, смотри. Оль, нужно составить график индивидуальной работы на следующую неделю, так? И потом у нас в младших классах объявляется карантин. Анти Афина, берите документы, пойдем со мной. Читай, читай внимательно. Так, что я еще хотела вам сказать? Так, я хотела еще сказать вам следующее. Давай-ка, Клавдюша, мы по индивидуальному графику съездим проведать мою бабушку. Только папе, наверное, ничего не скажем, а то он рассердится. Пускай это будет наша с тобой маленькая тайна. Слушаю. Владимир Игоревич, вам звонит по личному вопросу некая Ольга Терентьева. Ольга Терентьева? Да, и говорит, что вы ждете ее звонка. Соединять? Ах, вот как. Ну, соедини. Я слушаю. Нам нужно встретиться. Да? А мне это зачем? Дело касается вашей дочери. Ну, хорошо, приезжайте. Нет, в ваш офис я не поеду. Мне было бы удобнее встретиться у вас в городской квартире. Чем быстрее, тем лучше. Ну, тогда в субботу в 3. Удобнее в 12. И еще, не нужно, чтобы о нашем разговоре знал господин Литвинов. Не слишком ли много условий, девушка? Это в ваших интересах, поверьте. Но главное, в интересах вашей дочери. Я буду ждать вас, приезжайте. Здравствуй, бабулечек.
Ой, Петенька. А я тебе твою любимую книжку принесла. Ты прости, что я так долго не приезжала. О, у тебя-то целая история получилась. Можно? Слушай, а почему тебе Дед Мороз в кепке? А это папа, да? Оля? Мамочки мои! Здравствуйте, тетя Дина. О! Ой. Да. Мамочка. Поздравляю. Спасибо. А чем мы стоим? Пойдем в дом. А я хотела бы с Петей поговорить. Ты знаешь, не надо с Петей. Ухудшение у моего мальчика. Ну, после того, как бабушки твоей не стало. Лучше расскажи, как ты? Пойдем. У меня такой чай травяной. Я, если честно, чай не очень хочу. Ну как ты, что тебе при твоем положении? Теперь нужно иммунитет укреплять. Пойдем, мне все расскажешь. Как ты живешь? Я так рада тебя видеть, солнышко. А травяной сбор я тебе с собой дам. Хорошо? Mm-hmm. Ой, хорошо, что ты приехала. А то мы здесь совсем, Петя, одни. Аж совсем. Поступил анонимный сигнал. Московским рейсом прилетает наркокурьер. И документы у него на имя Вадима Викторовича Литвинова. Принять все меры к задержанию и к тщательному досмотру. Выполнять. Здравствуйте. Цветы для Оли Терентьевой. Спасибо. Любимая, я жду тебя сегодня в моей новой квартире. Нет, в нашей новой квартире. Я из аэропорта поеду прямо туда, приезжай к часу дня. Тебя ждет сюрприз. Целую, твой Вадим. Ты? А ты кого ждал? Не Оленьку или Терентьеву? Да, откуда ты знаешь? Что с тобой? Потому что именно она сюда меня позвала, сказала, что... О, Господи, нужно что-то обсудить. Что с тобой? Тебе плохо? Наверное, нервы, какие-то адские спазмы в животе. Сейчас воды принесу. Посиди. Да, воды хорошо бы. Ну, как ты? Ой. Выпей. Спасибо, да. Немного получше. Давай выпьем, папа. За то, чтобы вся эта канитель быстрее закончилась. Ты же за рулем. Я выпью воды. А ты налей себе коньяку. Ну, хорошо, давай. Ну, за это я выпью с удовольствием. Так внезапно позвонила, да еще требовательно разговаривала со мной, как будто ей что-то должен. Интересно, зачем она собрала нас вместе? Я тебя умоляю, что ей, может быть, от вас надо.
только деньги. Больше ничего. Не знаю, может быть. А вот я... Открой, пожалуйста, окно. Что-то мне... Ничего личного, папа. Ты сам меня учил. Закон джунглей. Выживает сильнейший. Какие наркотики? Какой наркокурьер вообще в своем уме? Я сейчас позвоню куда следует, и вам в доступной для вас форме объяснят, кто я. Бред какой-то. Дима! Дима! Господи. Дяденька. Сейчас подождите, ладно? Человек без сознания. Я не знаю, что с ним. Он... Садовая, 37, квартира 8. Спасибо. Нет, это мой мяч. Отдай. Он мой. Олечка, я вернулся. Оля. Или находится вне зоны действия сети. Скажите, а что с ним? Возможно, сердечный приступ, но картина не совсем характерна. Как-то странно все это. Я уже сообщил в полицию, они сейчас будут здесь. А вы родственница? Я понятия не имею, кто этот человек. Меня сюда пригласил жених. Вот, посмотрите. Я прихожу, Вадима нет, и этот человек на полу. Ой, сейчас. Знаете что? Поехали в больницу. Вас там осмотрят, мало ли что. Угу. Давайте, давайте. Я помогу. Такой стресс. И с вами, и с ребенком все в порядке? Необходимости в госпитализации нет. Простите, пожалуйста, можно попросить у вас телефон? Мой просто разрядился. Да-да, конечно. Возьмите. Спасибо. Димочка, это я. Господи, Оля, ну ты куда потевалась? Я же волнуюсь. Димочка, я тебе потом все объясню. Я жду тебя в третьей больнице в приемном отделении. Забери меня, пожалуйста, отсюда. Да, хорошо, я заберу тебя. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Простите, а вы не видели, тут девушка сидела беременная уже на большом сроке? На большом сроке? А, так ее в полицию забрали. Какую полицию? Обыкновенную. Ну, минут 10 назад она сидела вон там. Пришли полицейские и увели ее. Разлина, блин! Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, вы подскажете, можно ли позвонить? Не положено. Клавочка. Волнуйся, это просто какой-то
недоразумение. Просто скажите, да или нет, к вам привезли беременную женщину из больницы или в другое отделение. Да проснитесь вы, скажите что-нибудь. Вот давайте не будем только повышать голос. Вот товарищ следователь, с ними разговаривайте. В чем дело? Что здесь происходит? Да ничего не происходит. Я пытаюсь понять, к вам привезли беременную женщину, Ольгу Терентьеву. Уберите, уберите. Открой. Пройдемте ко мне в кабинет. Присаживайтесь. Да, Ольга Терентьева была задержана подозрению в покушении на убийство Владимира Игоревича Голицына. Ее доставили в наше отделение. Внезапно ей стало плохо, и нам пришлось ее отправить в медицинский изолятор СИЗО. О чем вы говорите? Какое покушение? Голицына пытались отравить в собственном доме. И там находилась только эта Терентьева. Я ничего не понимаю. Оля, что она забыла в этой квартире? Понятия не имею. Тем более, что это дело все равно забрали в прокуратуру. Что? Вот пошла! Алло. Ксения Владимировна, с вашим отцом произошло несчастье, он сейчас в реанимации. Как в реанимации? Вы не волнуйтесь, самое худшее позади, его состояние стабилизировалось. Я хочу увидеть своего отца, если вы этого не понимаете, это ваша. В реанимацию посторонним нельзя. Я посторонняя, это ты посторонняя. Добрый день. Здрасте. Я лечащий врач Владимир Игоревич. Очень приятно. Вам не стоит так волноваться. Что вы? Ваш отец будет жить. Хотя состояние пока тяжелое, но организм у него крепкий, сердце здоровое. Я должна его увидеть. Не сейчас. Нет, сейчас. Ему необходим покой. Вам тоже нужно отдохнуть. Может, вам укольчик сделать? Нет. Успокаивающе. И все рассыпал. Да ничего, ничего. Так знобит. Господи. Может быть, сделаешь мне горячего чая? Пожалуйста. Да, конечно. Очень жаль, что мы больше с тобой не вместе. Здравствуйте, Ольга. Меня зовут Петр Евгеньевич, я следователь. Я веду дело о покушении на жизнь Владимира Игоревича Голицына. За что вы хотели отравить его? Ну сколько можно? Я только от ваших коллег узнала, что это был Голицын. Я его впервые в жизни видела.
как вы попали к нему в квартиру? Я повторяю, меня туда пригласил жених. Вы спросите у Вадима, он подтвердит. А вашим сотрудникам я отдала открытку с его адресом. Поинтересуйтесь, пожалуйста, ладно? И открытка у нас есть, и Вадима спросим. Кстати, этот ваш Литвинов, это он был недавно женихом дочери Голицына? Хватит! Хватит дурочку себя строить! Голицына она не знает. А кто накануне ему в офис звонил? Понятия не имею. Понятия не имею. А вот секретарша Голицына показала, что некая Ольга Терентьева звонила ему, и они говорили по телефону. Что? Кстати, обнаружены твои отпечатки пальцев на бокалах и бутылке с коньяком, в которой был яд. Какие отпечатки пальцев? Вы... Что? Вспомнила? Я понятия не имею, откуда там мои отпечатки. Вы... Ну, хорошо. Допустим, это я собиралась отравить вашего Голицына. Ну, скажите, зачем я стала вызывать скорую? Зачем? Зачем? Я тебе объясню. Зовите, пожалуйста, доктора. Я твой доктор. Здорово. Ну, что там, следователь? Да заладил, это ваша открытка. Вы посылали эту открытку. Я говорю, я не мог так подписаться Вадиму. Потому что для всех близких я Димка, и Оля меня тоже так называла. Кто мог знать о наших планах с Олей по поводу новой квартиры? Это какой-то бред. Ну, допустим, что это просто удачное совпадение. Кстати, ты тоже можешь оказаться подозреваемым. У меня алиби. Меня в это время в аэропорту трясли. Что против Оли улики убойные. Одни пальчики на бутылке чего стоят? Она не виновата, ты понимаешь? У тебя же связи в прокуратуре. Ну, позвони ты, пожалуйста. Ну, узнай, что там на самом деле происходит. Да связи-то есть, только понимаешь... Слишком большая шишка твой, Голицын. Быстрее каталку! Скорая до сих пор нет. Я не слышу сердцебиение ребенка. Миленькая, давай так, живее, живее, на счет три. Быстро! Раз, два, три. Что-то не так с моей девочкой. Спасите ее, умоляю. Нам нужно самим искать убийцу. Только понять бы, где. Взбалмошная особа, но убить собственного отца, по-моему, это уже слишком. Что это за детские каракули? Газета Александровская. Откуда она у тебя вообще? Эту газету я нашел дома у Ольги. Похоже, что она ездила в Александровск. Пока я был в командировке, я вот нашел дома два билета. Ольга мне рассказывала про мальчика Петю, который живет по соседству. Мальчик-инвалид. Вот здесь на газете как раз его адрес. Получается, что этот Петя или кто-то еще... Передал Ольге вот эту газету с этой информацией. Плохая. Ну, какая-то тетя не понравилась какому-то мальчику. Что с того? Что с того? Да он не мог нигде ее видеть. Где он мог с ней встретиться? На светской тусовке? Получается, что Ксения, она приезжала в Александровск. И она там что-то такое сделала, что не понравилось этому мальчику. И мальчик в газете написал, тетя плохая. Допустим. Допустим, Ксения приезжала в Александровск. Но как это связано с покушением на ее отца? Я не знаю. Этого я не знаю. Но эта газета – это единственное, что связывает Олю с семьей Голицына. Надо ехать в Александровск. Поехали. Ой, Гоша. Наркотик. Здравствуйте, можно к вам? Здрасте. Заходите. Сколько пришли? Добрый день. Меня зовут Вадим Литвинов. Я знакомый Ольги Терентьевой. Вы ведь ее знаете? Олю, да, знаю. Это мой друг Олег. Здравствуйте. Здрасте. А Оля что? Что случилось? Ольгу арестовали. Ее обвиняют в том, чего она не совершала. Оля? Господи. Нам нужна ваша помощь. Я должен поговорить с вашим сыном. Петя, здравствуй. Меня зовут Вадим. Скажи, пожалуйста, это ты рисовал? Ты же знаешь эту тетю. Знаешь? Знаешь. Не надо, я
Я прошу вас, он болен. Не надо, не трогайте его. Простите меня, пожалуйста, но он что-то знает. Он может нам помочь, чтобы я смог помочь Ольге. Скажи мне, ты видела эту тетю? Она приезжала в этот город? Чем он может вам помочь? Он ведь не говорит толком. И ручки не слушает моего мальчика. Ну, еще как спокойно, он хоть слово может написать, а так... Уходите, пожалуйста, я вас прошу. Я слышал, у нас в городе есть хороший реабилитационный центр. Ну, а кто нас возьмет в этот центр? У нас вот ни денег, ни связей. Мы поможем устроить вашего мальчика в этот центр. Где мой ребенок? Где моя дочь? Лежи, лежи, тебе нельзя вставать. Почему ее нет? Почему не приносит? Я должна ее покормить. Успокойся, все нормально. Она умерла? Скажите, она умерла, да? Да что ж ты ерунду говоришь? Жива твоя девочка. Родилась восьмимесячной, вот и отправили в роддом. У нас нет бокса для недоношенных детей. Я хочу к дочери. Пустите меня к дочери. Я хочу к дочери. Пустите меня, пожалуйста. Успокойся. Тихо, тихо. Это невозможно. К сожалению, я не могу. А вот и ваш мальчик. Он очень умненький и толковый, наши специалисты ему помогут. Спасибо. Вадим Викторович. Вам удалось что-то узнать? Да, я записала, Петя показывал на нужные буквы. Ничего себе. Я это заберу. Да, конечно. Огромное вам спасибо. Спасибо. Санек выходил из машины, в машине была тетя из газеты, она плохая. Санек, брат Оли, он очень плохой. Он убил бабу Клаву, я его видел. Я так понимаю, на очереди у нас этот самый Санек. Гнус еще тут, редкостный. Пора им плотно заняться. Пора, только разговаривать с ним буду я один. Поздравляю, папаша. Ты шутник, рано поздравлять еще. А вот дочка твоя так не думает. Взяла и родилась, уже в роддом перевезли. А почему ты раньше не сказал? Ну, я сам узнал только перед твоим приходом. Решил сразу не говорить, что ты о деле не забыл. Психолог хрен, в какой роддом? В третий, давай, беги. Я папа, представляешь? Давай, давай, на связи. Какие они крохотные. Бывают же такие. Еще меньше бывают. Ваша справа. Она чудесная девочка. У нее все показатели хорошие, вы не волнуйтесь. И очень на вас похожа. Правда? Точная копия. Сейчас ты внятно и во всех подробностях рассказываешь о своих отношениях с Ксенией Голицыной. С кем? Узнаешь? Я ее не знаю. Как насчет бабушки твоей? Клавдии Григорьевны. Она тебе по ночам не снится, нет? Откуда вы? Сестру продал, бабушку убил. Соседа подставил. Такие, как ты, вообще жить не должны. Хотя можешь орать. Здесь тебя все равно никто не услышит, кроме озверевших собак. Постойте! Вернитесь, я все скажу! Алло? Ксения Владимировна. Угу. Ваш отец вышел из комы, поздравляю. Как вышел из комы? Я говорю, вашему отцу лучше. Он вышел из комы. Просто вы просили перезвонить. Да, я... Алло, Ксения, вы меня слышите? Он говорит?
смысле, он может говорить уже? Может, хотя очень слаб и с памятью определенные проблемы. Следователь уже пытался прорваться, но я не пустил. Вам можно. А где он? В реанимации? Где? Нет, его перевели в обычную палату. Но вы не волнуйтесь, мы постарались создать для него максимально домашнюю обстановку, чтобы он побыстрее все вспомнил. Его адвокат даже фотографию вашу привез. Очень мило с его стороны, черт побери. Да, спасибо за звонок. Чего тебе надо? Опять напоить меня и бросить? Ну что ты, что ты? Разве ему плохо тогда поужинал? Да нет, отлично поужинали. Просто после этого кто-то исчез. Мне нужно было срочно возвращаться. Я же о тебе не забыл. Правда? Еще какая правда? О! Настоятельно прошу вас не злоупотреблять беседой. Не больше 10 минут. Я постараюсь. Что тебе нужно? Я знаю, кто хотел вас убить. Я тоже. Терентьева Ольга. Дальше что? Это не так, вы ошибаетесь, ее подставили. Оставь эти версии для следствия. Меня они не интересуют. Владимир Игоревич, в ваших интересах, чтобы вы услышали это первым. Что это? Сейчас все сами поймете. Я сам. Также у меня есть видеозапись, сделанная Верой, сестрой Ольги. На ней видно, как Санек передает пакет с бутылкой и бокалами вашей дочери. Она дает ему деньги.
Почему ты принес это не в полицию, а мне? Эти материалы я обязательно передам следствию. Мне хочется, чтобы вы сами решили судьбу своей дочери. Я понял. Спасибо, иди. Что, собственно, случилось? Что-то с папой? Не волнуйтесь, с вашим отцом все в порядке. Я к вам по другому вопросу. По какому по другому? Через 2 часа у вас самолет в Лондон. Там на ваше имя куплена скромная квартира, а в одном из отделений банков открыт счет, на который ежемесячно будет поступать достаточная для жизни сумма. Это все, что господин Голицын может предложить своей дочери, пытавшейся отправить его на тот свет. Вы в своем уме? Как вы со мной разговариваете? Давайте обойдемся без дешевого театра. Ваш отец знает все. И просил сообщить вам, Ксения Владимировна, что не желает даже слышать о вас. А, чуть не забыл. Вам, голубушка, не стоит даже думать о возвращении в Россию. Это по какой такой причине? Потому что ровно через час, после того, как ваш самолет приземлится в Хитроу, все материалы по делу об отравлении господина Голицына будут переданы следователю. Все, мой дорогой. Не спеши. Осторожней. Через стыд.
Ксюша, я давно просил тебя. Я тебя очень люблю. Ты отнеси это туда, на стол. Слушай. Простите. Добрый вечер. Я очень рад, что вы пришли. Поздравляю. Это моя жена Ольга. Откуда это у вас? А, это медальон моей бабушки. Там внутри. Можно посмотреть. Пожалуйста. Знаете? Нет. Ни я, ни мама его никогда не видели. Но бабушка очень любила его. Всю жизнь. Господи, какой же я дурак. Какой же я дурак. Я только теперь понимаю, почему она сбежала тогда. Вы? Вы есть тот Володя? Да, это я. Мама! Мамочка! Да, моя хорошая. Мам, познакомься. Здравствуйте. Здрасте. Это мой дедушка. Твой папа. Дорогие друзья, прошу секундочку внимания. Конечно. Иди ко мне, малыш. Вот так. Здравствуй. Папа.